Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить... Продолжаем проходить Dead Space 2. Так. Движемся дальше, что ли? Все еще в шестой главе. И что это? Так, это что, дети? Дети дотянет? Нет, не дотягивает. Фух, ладно, окей, спускаемся. Что это такое? Контактные мины. О, это мне? Спасибо. Так, замедлялка. Как мило, кредит. О, аптечечка. Что за фигня? Да что за фигня? Нет, мне надо бежать определенно. Или я умер. Но мне не говорили, что мне Е надо жать, и вообще что-либо. What the f... Блять, хорошо, начали часть, окей. Окей. Я буду теперь готов. Нельзя так, что я уже видел кого-то там. Вот ублюдки. Мне бы тут, наверное, не помешали аптечки. Или что-нибудь. Что ты там валяешься? Так, ладно, надо сходить. Да. Блин, тут патроны, значит, тут может уже быть не аптечка. Аптечку давай. Вот ты говна кусок. Сейчас, короче, они полезут, и я... Убегаю. Я не знаю, куда я бегу, я не знаю, где я. О, боже. Ну вот я и нарвался. Вот он, выход. Ну давайте. Что-то они как-то не спешат сюда идти. Оу. Тихо, кто это? Ух ты. Да что ж такое? Круто, три бомб, о боже. Почему у них семь отваливаются? Да блин, сколько у него конечностей, миллион? О, еще один, давай. Так, одна, вторая конечность. Вот это мне надо. Ку-ку. Что за херня? Так, я понял, сейчас буду их поджидать тут. Так, они оказались там. Сейчас попаду же. Так, я еще и не попал. Говно.
динозавров хреновых. Да, он еще и уполз. Отлично, супер. И он еще и бегать опять начал. Это странно. Это интересно. Тир. Успею попасть? Ага. Так, миллион ног. И наконец-то патроны. Валит. Так, ну еще есть. Эта тишина меня умиротворяет. Отлично. Ну, восстанавливай. А вообще, даже в тишине, как-то это все странно. Ух ты, палки. И ящики. Аптечка? Нет. Аптечка? Нет. Я очень нуждаюсь в аптечках в последнее время. Блин, патронов-то и нет, есть. Так, и мне надо, видимо, как-то наверх залезть. Как мне наверх залезть-то? Может, я взлететь могу? Нет, взлететь я не могу. А, тут какая-то панель. Один. Два. Так, ну никто на нас не нападает, и я счастлив. Isaac, he's gone. Listen, the steps can destroy the marker. Step one, crawl into the dark machine. Step two, the screws go tight all around. I don't understand. Oh, God, he's back. No, 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 no! Да, Астросу там веселее, чем нам. Тайтман, директор. Forever. Прикольно, там кто-то живучий. Но её убьют. Она будет стрелять. А сзади уже кто-то у нас тоже есть. Так, он исчез. Вот это мне не нравится. Kill me. Hey, take it easy. I'm not gonna hurt you. Yeah, you got that right. You try it, and you're dead. Можешь попробовать? Так, мне надо узнать, куда мне идти. Нет, я туда не пойду, значит. Тут какой-то... А вот.
Блин, что там за дети на улице орут? Мешают мне играть в страшную игру. Я тут завесился, занавесками темно, вообще ничего. Света нету, стул. Так. Ну ты мне что-нибудь. Look, I think we got off to a bad start here. I'm Isaac. Ellie. What do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think you were trying to do? Hey, I can help you. Besides, we got a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. I'll release the door lock. But after that, you're on your own. And please, don't follow me, okay? Wait, wait. А интересно, она нам дверь открыла специально, чтобы мы за ней не следовали? Или я думаю, что это бред? Один. Так, что это? Схема, импульсные заряды. Не знаю, зачем они мне. Надо покупать оружие новое. Я опять созрел. Есть в тебе что-то? Ничего нет. Ладно, едем на лифте. Видимо, мы не узнаем, на какой она этаж поехала. Добро пожаловать в торговый центр А14, транспортный терминал Альфа, начальная шкала Титана, Тоу-Тоу, Fashion Kit, Trick Size, бла-бла-бла. И тут футы-нуты. Ну, давай, пусти свое говно. Идиот. Ай, ладно, откуда я начну? О, магазин, отлично. Импульсные заряды, отлично. А вот они, да. А, что мне надо? Что мне надо? А, ничего мне не надо. О, 10 тысяч продадим. Это всего лишь 1000. Надо запомнить. Это мы продадим, да. Ну, я не знаю, это переместим. Тоже переместим. Ух, аптечки, аптечки, аптечки. Я, наверное, одну перемещу и использую. Потому что хочу ходить с полным здоровьем. Особенно, когда тут везде бомбочки. Ну, наверное, надо сохраниться. Да какого черта, я ж не видел. Прекращай на меня идти. Как бы ему по клешне так попасть осторожно? Я не попал. Вот печаль, что-то мне не прет. Я не думал, что... Десять патронов, вы шутите. Спасибо, что пошутили. Но давайте ко мне патроны. Еще надо. Ой, недолго мы так проживем. Ух ты.
Dodge. Так, взрывака. И еще где-то должно быть наверняка. Что это? Дверь закрытая. Блин, я их убью, чтобы они меня... Ах ты говна, кусок, откуда? Какой же я неудачник. Ну ладно, давайте повторим. Давайте, давайте, пока я не... Ну что, я справился? Сказать, если нет, то печаль. Где это тут? Так, ну дверь у нас есть. Какого черта? Оу, какая детская, мила. Да не любит эту херню вставлять в игры. Я не одобряю. Мне не нравится такое сочетание, ух ты. Шоу не для... А, жесть. Надо остерегаться этих пиндосов. Как бабахнут. Велик. Бла-бла-бла-бла-бла. Фу. Вот черт, ну как всегда задевают, непонятно откуда. И даже не падают с них патроны. Ай, говнюки мелкие. Хорошо, что какая-то училка держит патроны для резака у себя под столом. Привет. Что-то в угол попал. Так, что делать? А, вот дверь она. Wash your hands. Окей, босс. Блин, что делать? Окей. Какой тощий парень. Так, текстовое сообщение можно
запалить по-быстренькому. Бла-бла-бла. Ну хоть аптечка. Ух ты. Две аптечки. Ух ты, сколько у нас аптечек-то. Так я не знаю, даже сохраниться или не надо. Да, наверное, сохранимся. И продолжим уже в следующей части. Так. Что ж, увидимся. Дальше.